Добрый день. У нас сегодня 8 мая. Красота моя. Так, у Егора костюм в саду висит. У него там и брюки черные, и рубашки белые. Мы уже заранее отвезли. Где Филька? Вась, посмотри на меня, Васюш. А Филька сбежал. У нас Филька, да, сбежал гулять. Где-то во враге гуляет. Пойдет, наверное, позже. Вера Егоркину пилотку взяла, одела. Сейчас качает тут. Вася, бери цветочки-то. Вер, тебе хорошо в этой пилотке. Интересно. Васюша, мы с такими бантами, со старинными. Нравятся мне такие банты на девочках. Очень красиво смотрится. И на Снеже они тоже красивые. Ой, Снежа вся в зубной пасте. Посмотрите, моя доченька вся в зубной пасте. Сейчас я тебя вытру. Выпрыгивай, а то колготки испачкаешь об машину. Машина пыльная. Вась, выпрыгивай. Пока. А ты куда, Лера? Лера, маши моей ручкой. Пока-пока. Ладно, пап, вези, а то она опаздывает. Ну-ка я на вас. Вася. Иди брошки ваши сниму. А то там садить снимать не будем. Мама вчера вечером им... Четверым. Мише сказали, не надо. Ну, может, Миша, не знаю. Миша вообще ничего не надо в последнее время. Снежана такая брошечка. Такая. У Егорки не успела снять. В общем, Егорке брошку. У Егора с красным тюльпанчиком. И у Леры тоже с красным тюльпанчиком.